Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим очень вкусную и полезную кашу. Дружба, готовьте на здоровье! Каша очень вкусная. Для каши нам нужны будут следующие продукты. 70 граммов риса, 50 граммов пшена, 2 столовые ложки сахара, 1 треть чайной ложки соли, пол-литра молока, пол-литра воды, 200 граммов очищенной тыквы, сливочное масло добавляем по вкусу. Сначала кипятком заливаем пшено. Заодно заливаем и рис. Промываем. Берем кастрюльку, перекладываем сюда промытый рис. Пшено. Добавляем соль и заливаем это все водой. Ставим на огонь. Теперь берем очищенную тыкву и нарезаем ее кубиками. Очень вкусная и полезная кашка. Вот рекомендую всем приготовить. Закипела наша кашка, и теперь мы добавляем нарезанную тыкву и варим все вместе. Перемешиваем. Вода практически испарилась. Смотрите, тут главное, чтобы не подгорела наша каша. Добавляем 2 столовые ложки сахара и добавляем пол-литра молока. И продолжаем готовить. Перемешали. И готовим дальше. Минут 10 уваривали. Теперь добавляем немного, совсем небольшой кусочек масла. Еще раз перемешали все. Выключаем огонь. Накрываем кастрюльку с кашей крышкой. И даем настояться минимум полчаса. Открываем кастрюльку и наслаждаемся вкуснейшей кашкой «Дружба». Желаю всем приятного аппетита, ешьте на здоровье и радуйте свою семью домашней полезной едой. Каша просто объедение. Крупа разварилась, рис мягкий. Пшена практически не чувствуется. Сладкая. Тыква мягкая. Каша просто объедение. Готовьте. Семья оценит. Каша просто превосходная. Всем рекомендую приготовить. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!